Всем привет! С вами снова я. Садитесь поудобнее и внимательно смотрите и слушайте. Есть хорошая задачка, я уже один раз показывал, но сейчас уже чуть набрался побольше опыта, благодаря людям помогли. И вот хочу показать вам вот такую вот задачку. Она по 14 центов на Кликсе, лимит у нее под 300. Делать можно ее в пределах 3-5 минут, если набить руку на ней. Приступим. Вот сама задачка. Дается нам запрос. Вот, допустим, тут спрашивается, что название компании Apple. То есть тут у нас речь идет о сущности компании Apple. Как бы есть у нас связка сущности. Чтобы ответить, нам надо обязательно нажать на эту ссылочку. Типа мы попадаем в Google. Вот у нас сразу первая раздача выдает Apple Inc. Компания, короче. Возвращаемся назад. У нас уже открылся список. И у нас тут главная суть. Вот она. Apple Company. И смотрим такую связочку. Вот у нас есть такая связочка. И у нас есть вот тут вот до тирешечки. Есть такое же, как в Википедии. Вот. Apple Inc. Вот мы ее и выбираем. И больше мы на Apple заморачиваться не будем, потому что здесь вот до тирешек всякие The Apple, тут какие-то, короче, фигня какая-то, не относящаяся к компании. Вот. Отдельно компанию мы не берем, потому что у нас есть целая сущность, как бы она связана. Едем дальше. Следующий запрос у нас. Каков пенсионный возраст в Миссури? Так, у нас есть пенсионный возраст. Сущность как бы цельная. И штат Миссури. Нажимаем опять сюда. Тут мы рассматриваем в Гугле, если нам непонятно, о чем речь. Тут все понятно. Как бы нам надо искать сущность Миссури как штат. Тоже, чтобы было чисто. Вот у нас Миссури чистый. До тирешечки. Просто Миссури. Тут написано штат Соединенных Штатов. Вот его мы выбираем. И пенсионный возраст. Это у нас вот эта вот фразочка. Пенсионный возраст, да. И вот у нас тут есть такая же. Вот пенсионный возраст. И тра-та-та, тра-та-та. Что тут у нас пишут? Возраст выхода на пенсию. Все. Все, и больше мы не шаримся отдельно. Возраст, отдельно пенсионный. Дальше поехали. Тут есть у нас дети Сандры Буллок. Получается, что у нас две сущности. Дети существительные и Сандра Буллок. Так, открываем. Да, вот она наша актриса. И походу ее детишки. Значит, нам надо выбрать отдельно дети, как определение, что это дети, что это не песня, не что-либо. Такое вот children, child, human. Короче, походу, вот это оно. Человек между стадиями рождения и полового созревания. Да, вот типа определение ребенка. Так, дальше тут у нас ничего нету. И вот у нас есть Сандра Баллок. Фильмография. Это не то. Вот, американская актриса и продюсер. Вот она у нас опять же идет. Чистая Сандра Баллок на тиражке. Выбираем ее. И скачем дальше потихоньку. Так, кто основал методистскую церковь? Вот кто основал, нас не интересует. Нас интересует существительный. Вот методистская церковь. Вот она у нас, сочетание такое. Жмакаем. Возвращаемся. И ищем методист краш. Так, методист краш. Так. Чистенькую поищем. Тут уже конкретика идет именно в Великобритании.
А у нас не идет речи конкретно про Великобританию, поэтому мы должны обобщенное что-то найти. Так, методист краш тут вообще пишет хрень какую-то. Методизм. Методист краш USA. Вот это похоже что-то. Хотя, опять же, USA у нас не указано. Методист краш. Тоже непонятно. Так, надо тут в гугле пошариться, что у нас тут. Нас выдает методизм. Википедия. Методизм, также известный как методистское движение, является группой исторически связанных деноминаций. Группа церкви. Вот. Так, посмотрим, что мы можем тут выбрать. Методизм она нам выдала тут. Да, методизм. Значит, надо посмотреть, тут методизм, тут методист, тут краш. Методист, методист. Университет. Методист, краш. Британи Канайт. Вот методизм. Вот методист. И вот у нас до тирешки методизм. То же самое, что нам выдало в гугле, в этом Википедии. Вот. Поэтому мы жмакнем на нее. Потом сейчас посмотрим тут, что у нас. Методист краш. Я так думаю, наверное, что вот оно тут у нас четко идет. Наверное, можно и это выбрать. Методист краш. Или только это выбрать. Так. Тут у нас методист краш. Что это у нас такое? Методистская церковь, это историческая церковь. Вот это мы выберем, наверное. Вот. Это мы не будем выбирать. Так мы и оставим, походу. Едем далее. Каков законный возраст употребления алкоголя в Париже, Франции? Так, ну тут у нас в сущности и Париж, и Франция, и алкоголь. Употребление. Это глагол у нас, так, законный. Возраст. Так, посмотрим, что у нас тут выдает. Так. Legal drink EG. Вот у нас легальный возраст алкоголя. Вот она сущность у нас готовенькая. То есть мы разбиваем конкретно на сущности. Вот есть у нас связка. Легальный возраст алкоголя. Мы не будем его разбивать на возраст там отдельно, на все такое, на алкоголь. И есть у нас конкретно Париж, Франция. Вот мы можем выбрать Париж как страна. Ищем такое, чтобы был Париж чистенький у нас. Так, Париж, Париж. Вот, Париж, Франция у нас есть. Так. Париж. Вот у нас страна. Франция. Париж, Франция. Так, Франция. Франция, Франция, Франция. Вот Париж. Конкретно вот сити. По Франции выбираем. И Францию. Как страну выберем. Так, Франция, Франция, Республик. Вот она, походу, наверное. Да. 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 Республик.
сделаем. Гоним дальше. Так, формы рельефа в Нью-Йорке. Формы рельефа. Вот у нас есть формы рельефа и Нью-Йорк. Две сущности. Вот мы их и будем выбирать. Так, вот у нас ландформ. Естественно, твердой поверхности. Да, это то, что нам надо. Вот мы выбираем ландформ и Нью-Йорк. Как тут может быть и штат, и город. Да? Нью-Йорк. 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 Магазин. Город и штат. Вот так вот мы сделаем. Дальше. Что такое государственный гимн Германии? Вот у нас есть конкретно государственный гимн Германии. Позырим, есть у нас такая связка тут. Так, за национал. Тут просто гимн. Едина Германия. То есть нам надо искать вот просто гимн. Так. National Anthem. National. Вот у нас чисто вот выбираем где. Так, а ну что здесь у нас пишет? Песня. Нам не песня, нам надо определение, что такое национальный гимн. Вот оно, походу, определение. Песня, представляющая страну или суверенное государство. Да, вот мы его и выберем. И Германию как страну. Германия. Вот оно, походу. Чистенькая тоже. Германи. До тирешки. Без всяких добавлений. Вот и выбираю. Так, поехали дальше. Откуда взялся термин ружье? Ружье, это вот это, наверное, походу у нас. Дробовик. Ага. Не ружье, а дробовик именно. Так, значит, мы смотрим дробовик как ствол и термин. Можно посмотреть. Термин и дробовик. Reading. А, тут идет reading storm. Дает нам. Да, вот он. Вот он как бы дробовик. Отстреливаться вообще. Термин отстреливаться. Ага. Тут не дробовик у нас, а термин отстреливаться. Вот нас не интересует дробовик. Нас сам термин интересует, значит, мы должны его выделить. Так, мы берем термин. Так, затем. Тут нету чистого. Вот он, Red Storm. Big Here. Да, походу, вот он. Его выбираем. И термин нам надо на. Нифига нету. А вот сленг. Сейчас посмотрим. Так, сленговый термин для коренным американцам Соединенных Штатов. Наверное, мы его и возьмем. Так, дальше. Что такое столица Джибути? Вот у нас
нас есть столица и Джибути. Два существительных. Джибути столица. Где она у нас вообще? Джибути. Джибути. Пора бы, короче. Так, смотрим. Capital. Capital. Washington Capital. University Capital. City. Capital. Nassau. Capital. Так, что-то у нас Capital. Как столица нигде не идет, походу. Какие тут примари? Вот это может быть. Что у нас тут пишут? Первичный управляющий мэр практически образования высшего уровня страны. Первого уровня страны штата провинции. Да, вот это оно, вот это выберем. И Джибути нам надо. Конкретно Джибути. Страна в Африке вообще. Хо-хо-хо. Ну-ка позырим. Джибути. А, ну да, в принципе, арабик-марабик. Вот она и есть. Вот и ее мы тоже выберем. Так, и заключительный вопросец. Когда Тео Джеймс женился? Так, вот у нас Тео Джеймс тупо. Надо понять, что за Тео Джеймс. Вот он, актер кино. Вот мы его и позырим. Вот Тео Джеймс, English актер. Опс. А вот он и есть. А вот и вот так мы его тупо возьмем. И все, и больше мы ничего брать не будем. Что, отправляем мы задачку. И получаем результат. Следующую задачку. Вот, в принципе, я ее долго делаю, потому что тут надо шустрить, как бы, глазками побыстрее водить, и можно делать ее реально там за 5-7 минут. Я пока на уровне 10 минут нахожусь, надо чуть-чуть быстрее шевелиться. Так, и еще предложение ко всем задачерешакам. У нас есть сообщество решателей задач, группа так называемая. Кто желает вступить, пишите мне на почту. Почта указана в описании канала, и под видео будет тоже указана почта. Кому интересна группа по решению задач, пожалуйста, пишите, вступайте. Чем больше нас, тем легче делать нам задачи. Все, всем пока.